Если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, то ты будешь учиться только на пятерке. Ну что ты, Майк, готов к игре? Конечно, Джонни, всю. Пацаны, вы тоже готовы, да? Смотрите, так, если мы сейчас обыграем пожарников, то мы перейдем в полуфинал и поедем в другую школу, понимаете, играть. Так что давайте. И там даже деньги большие платят. Вроде говорят, за финал там $1000 заплатят за всю команду. Капец, огромные просто бабки. О, начало уже, да-да-да, давайте. Раз, два, три! Давайте! Так, мяч забирайте, давай! Ой, почти. Забрали. Так, сейчас отбираю, получай. Сейчас отберу у него мяч. Все, отобрал. Давай. Хорош. Давайте, пацаны, ведите. Закидывайте. Вот, давай. Так, рядом почти. Было. Почти. Об кольцо ударилось. Тихо. Так, забираю. Так, есть. Забрал. Я давайте, забрал, парни. Давай. Давай, Майк. Давай. Есть. 1-0. Трехочковый, братан, просто красавчик. Есть. Это было, конечно, сложновато. Так, ну что, еще один раз получается? Еще. Следующий раунд. Так, смотри, судья уже готов. Раз, два. Все, свисток! Три. Давайте! Забрал. Давай, братан! Уже. Беги! Бегу. Так, мяч. Закидывай! Закидываю. Так. А, почти! Да, фух. Так. Меня отобрали, к сожалению. Давайте, пацаны, забирайте мяч. Забираю. Забрал, так, забрал. Есть, красавчик. Бегу. Беги. Пас, давай. Пас, есть, я взял. Так, обхожу их всех. Обхожу. Ай, блин, почти. Почти. Руки. Давайте, парни, обходите. Забираю. Так. Не получается. Так, забираю. Нет. О, фух. Поймал. Об кольцо ударилось. Повезло. Давай, братан. Сейчас, пацаны, закину. Ай, рядом, блин. Давайте, быстрее закидывайте. Да, есть. Красавчики. Братан, ты просто профессиональный какой-то баскетболист. Красавчики просто, парни. Наша команда. Хорошо играете. Топовая. Слушай, братан. Ух, мы сейчас, получается, их даже победим, вы понимаете? Ты мне даже в это не верится. Да. Фух. Давай, братан! Минута остается до конца. Давай! Закидывай! Красавчик! Есть! 8-0! У-ху! О, ты слышишь, все! Все, звонок прозвенел. Мы победили! Есть, парни! Мы победили! Мы, получается, едем играть с другой школы, вообще в другую школу. В Лего Сити вроде. Полуфинал пока что, полуфинал. Да. Капец. Парни, вы просто красавчики, поздравляю вас всех с победой. Просто не верится. Есть. Офигеть. Смотри, что там судья хочет сказать. Молодцы, вы пойдете соревноваться с другой школой. Спасибо. Отлично. Спасибо огромное. Ладно, чё, братан, пойдем, короче, на матёшу или что там сегодня у нас за уроки? У нас матеша, да, следующая пара вроде как. Пойдем, короче? Ну, пойдем, только нам надо немножечко... Переодеться нужно. Пойдём в столовку, что ли? Да, пойдем, конечно, в столовку. Пойдем. Джонни, погнали. Пойдем, Майк. Давай, я за тобой. Сразу в столовку или сначала переоденемся? Да давай лучше переоденемся, а то будем... Ну, пойдем, ну да, ты прав. Как в предыдущий раз на нас, это, повариха орала-то. Ну чё, братан, давай переодеваться? Давай переодеваться, однако потная игра сегодня была, 8-0, однако. Так, подожди, ты прям полностью решил переодеться? Ну слушай, чего стесняться-то? Ну да, в принципе, я тогда тоже... О, все. А, ну ладно. Снял с себя все лохмитье, все, сейчас переодеваюсь. Ну, красавчик, давай. Так, ладно, братан, я отвернусь, сейчас, подожди. Ну, переоденусь, давай, нормально? Тогда переоденусь. Все, переодеваюсь. Так, все, труселей одел, так, штанишки одел, все. Оп, все, вроде переоделся. Ну что, братан, пойдем в столовку? Слушай, пойдем, смотри, похаваем. В кабинке. Давай, это же женская, пацаны. В смысле, это вроде мужская, женская с другой мужская? Стороны. Да. А-а-а. Ты что-то перепутал. Тебе что, баскетбольный мяч прилетел по голове, что ли? Да, бывает, братан. Да, бывает. У меня такое же было 2 недели назад. Ладно, все, пойдем. Погнали, Джонни. Давай-ка. Давай, братан, быстрее пойдем в столовку. Ты не представляешь, погнали, как я проголодался. О, у меня же живот, ты понимаешь, блин, болит. Да, урчит у тебя, слышу. Блин, смотри! Да, опять. Бабазина сегодня снова! Черт! Что будем делать? Опять да сейчас... Своим этим. Да, черпаком меня сейчас, блин, нагреет или тебя. Ты посмотри, ну, кстати, у какой-то... Хотя бы, слушай. Да, кстати, мы вроде пахнем приятно. Ладно, давай попробуем. Ну, давай-ка. Смотри, какой новый какой-то черпак. Офигеть. Тетя Зин, здрасте. А можно, пожалуйста, первое и второе? Мы очень проголодались. Сегодня что, это у вас что, такой черпак, что ли, новый? Половник, что ли? Да, нифига себе. Офигеть, он большой, конечно. О, братан, давай, бери супчик и бери. Это что, давай, плов какой-то, походу, да? Все, спасибо, слушай, вам спасибо. Спасибо, тетя Зин, большое. Погнали, вот давай, здесь покушаем. Джонни. Так. Ну, хотя бы, как не вчера, не грязное место, смотри. Да, вроде чистое.
Ладно, все, давай кушать. В прошлый раз помни, что было. Хороший, кстати, суп. Какой я голодный. Ну, сегодня, кстати, достаточно вкусный супчик, да. Вкусно, капец. Ну что, братан, доедаешь? Да-да, кушаю. Эй, слышь, малышня. Смотри, это старшеклассник. Это Боб, походу, Боб зовут. Отвалили. Ты видишь, он подошел. Откуда отвалили? К тем младшеклассникам. И додолбался, видишь, до них. Это наше место. Черт. Что, может, уйдем? Да, лучше давай сваливать быстрее отсюда. Давай тогда, Джонни, уходим. Ты видишь, они такие большие, накачанные. Эти, американские футболом занимаются. Все, братан, быстрее пойдем. Тихо. Здорово, Боб. Здорово. Здорово, пацаны. Че, по мелочи? У нас нету ничего. А если найду, бабки гоните. У нас нету денег, честно. У нас вообще нету. Боб, ну ты чего? Снова пристаешь за старое. Если нету, сегодня в 6 ждем на стрелке. После школы, что ли? Мы как бы уроки собирались учить. И в баскетбол играть. Нас матеша еще. Нам все равно. Если денег не будет, то гг. Ладно, хорошо, мы придем, мы деньги вам отдадим, честно. После школы деньги принесем. Все, пойдем быстрее. Пойдем, Джонни. Надеюсь, пока что они отвалят от нас. Все, давай, быстрее сваливаем. Капец. Опять пристали к нам. Эти, блин, старшеклассники, а? Как они мне надоели. Эти качки, блин, тупые. Джонни. Чего, братан, быстрее. Знаешь, пойдем на матешу. Сейчас еще опоздаю, да, чего? Давай, пойдем. Я хотел бы тебе кое-что сказать. Что? Давай сюда отойдем. Давай. Чтобы никто не слышал. Что? Слушай, вот нам забили стрелку на 6, но мы можем уйти раньше, почему бы и нет? Ты предлагаешь просто свалить со школы? Ну да. Прямо сейчас? Ну, минут через 20 можем. А то представь, свалить. Нас эти старшаки сейчас снова увидят и додолбутся, да? Ну, если обходными путями... Слушай, братан, а может нам лучше учительнице нашей пожаловаться, классухе или вообще к директору обратиться, а? Да, братан, ты хочешь, чтобы как в прошлый раз было? А что случилось в прошлый раз? Да мне трусы на голову натянули. Стоп, ты что, не убежал, что ли? В прошлый раз-то? Я в прошлый раз не убежал, блин. Чуть-чуть не хватило и догнали меня. А я все-таки убежал тогда. Я на автобус прыгнул и уехал. Так повезло. Ну ты из спортивного телосложения, а я такой полненький. Да ты вроде тоже. Ну, да почти. Я бы не сказал. Ладно, почти, короче, да. Предлагаю просто свалить. Ну давай свалим, только надо обходными путями, что ли, идти. Главное, чтобы нас учителя не спалили, директор. Смотри, видишь, как будто плохо. Давай быстрее свалим пока. Давай, пока что никто не видит, давай. Давай. Охраны у нас сегодня нет, так мы можем свалить. Так, получается, подожди. Из-за того, что мы сейчас сваливаем, придется домой пешком добираться. Ну, автобусы сейчас не ходят, да, потому что... Так, ну, сам понимаешь, почему. Мне до дома минут 15. Твой вроде дом дальше. Пойдем, короче, ко мне. Ну, минут 20 мне, наверное. Да, тебе больше, да, намного дальше. Ну, если не больше, конечно, да, Джонни. Ты это на автобусе еще минут, наверное, 20-25. Мне еще с пересадкой. Ты вот именно. Кстати, чем займемся? У меня посидим, мы в плойку поиграем? Или, может быть, куда-нибудь сгоняем, погуляем? Ты знаешь, вообще задолбался дома сидеть? Слушай, давай погуляем, да, потому что я сам уже заклебался. Знаешь что? У меня, короче, батя сейчас в гараже собирает машину, он ее почти собрал. Жигу, что ли? Да, жигу. И вот сейчас нету, короче, дома, давай возьмем, покатаемся. Хорошая, кстати, идея, слушай, Джонни. Главное, чтобы нас спалили. Короче, пойдем быстрее ко мне. А ты знаешь, где его ключи вообще находятся? А, там они прям в гараже, и все и висит, в общем. В машине, что Да. Просто завести и уехать? Да, только вроде, я не знаю, он починил полностью или нет. Пойдем, короче, быстрее. Ну, погнали, Джонни, давай-ка. Фух, братан, я так задолбался бежать, капец. Фух, ну вроде мы пришли. Наконец-то. Долго, конечно. Надеюсь, сейчас батя не будет дома. Надеюсь, он сейчас будет на работе. Да я тоже надеюсь, а то... Ты, кстати, у меня был в гостях, нет? Нет, еще ни разу. Никогда не был? Первый раз мой. Сейчас, подожди. Так, давай-ка. Сейчас я на разведку иду. Так. Че, никого нету? Фух, никого нету, заходи давай. Давай, заходи. Заходи. Ты знаешь то, что я как бы из России приехал? Посмотри, как раньше в России выглядели дома. Необычно, так скажем. Ладно, короче, пойдем. Хочешь, я тебе покажу офигенную русскую тачку? Давай-ка. У меня ее батя уже чинит третий месяц, смотри. Это Жигуль, да? Это Жигуль, да. Да, я... Видишь, он почти его починил. Так, подожди. А ну, он завел его уже? Он рабочий? Да, смотри! О, давай сажусь! Смотри, сколько дыма валит. Офигеть. У меня прав нету. У тебя есть? Не, у меня нету. Ну все, тогда просто поехали. Мы же в школе точно учимся. Просто, короче, поехали. Главное, Жигуль не разбить, а то мне потом батя люлей сильных даст. Ой-ой-ой, самое главное, на копов нам не попасть. Либо на копов.
А еще лучше на старшаков на этих. Угу. О, смотри, какая крутая детская площадка, смотри. Вау, нифига себе. Угу. Погнали туда. Подожди. Посидим. Смотри, я умею дрифтить, смотри. Опа. Ой, что-то не получилось немного. Сейчас, подожди, попытка номер два. Какой-то прям дрифт-корч, что ли, угу. У тебя? Так, смотри. Воу, тихо. О, нормально так, нормально. Угу. Все, братан, смотри, мы, кстати, приехали. Нифига себе, братан, смотри, огромная детская горка, походу, ее совсем недавно построили, да? Вау, нифига смотри. Себе, она огромная. Офигеть. Джонни. Ты посмотри, какой мне прикольный парк. Короче, давай тачку здесь поставим и поиграемся. Да, давай паркую ее. Смотри, красавчик. Кстати, как я умею, смотри, братан, я паркурист. Опа! Умеешь так? Я так же могу. Вот, все, видишь, круто. Что тут есть? Манекены какие-то, смотри, стоят. Hi, my name is Bob. Скорее, какие-то роботы. Смотри, блин, прикольненько, да? О, окошки. Смотри, ты знаешь, что это? Качалочка. Да. Типа, смотри, нифига себе. Братан, ты посмотри. О, смотри, братан, это старшаки приехали. Где? О, как они нас заметили. Ай-яй-яй. Эй, малыштя, две лошары малолетние, я что-то не понял, где бабки. А, в смысле? Пацаны. Пацаны, вы чего, а? Они нас дома остались, как бы. Капец, блин, попали, да, мы с тобой? Да. Значит, вам не повезло, малыштя тупая задолбала нас. Ой-ой-ой. Тогда мы вас и забьем. Эй, только не надо. Ай-яй-яй-яй. Тихо, не надо. Ай, больно. Ой-ой-ой. Нет, не надо. Не надо. Ай-яй-яй. Ай. О! Ай, больно. Что это? О! Братан, смотри, что это? Офигеть. Вау! Что это, смотри? Это огромная детская горка, ты понимаешь, ожила? Ожила? Смотри, старшаков она убивает! Офигеть! Братан, быстрее бежим в машину! Давай! Быстро! Машина тоже повредила! Машина моего бати, нет! Ты посмотри! Ее просто разорвало! Он мне просто люлей, ты понимаешь, даст! Быстрее, побежали! Офигеть! Здание разрушивает. Ты посмотри, это гигантская реально горка, детская, она ожила. Смотри, у нее зубы. Она за нами? Это горка-пожиратель какая-то. Быстрее бежим. Офигеть! Ай-я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 й. Давай сюда, братан, на вокзал. Фух, вроде убежали. Все, быстрее сваливаем. Давай. Фух. Ох. Знаешь что? Нам нужно найти какую-нибудь машину и уехать отсюда. О, тут как раз недалеко есть свалка. Я знаю, здесь есть свалка. Давай быстрее на нее. Давай. Я уверен. Давай, братан, быстрее. О, смотри, тачка какая-то ржавая, видишь? А ты думаешь, что она рабочая? Да, смотри, у нее даже двери, ты понимаешь, открыты. О, она даже заводится. Все, поехали. Офигеть, смотри, что делает эта горка. Ё-моё! Смотри, кажется, полицейские. Да, смотри, братан, там полиция. Поехали. Быстро. Смотри, братан, полицейские приехали. Быстрее к ним. Воу! Офигеть! Братан, поехали. Полицейские, спасите! С дороги. Воу! Офигеть! Ты это видел? Полицейскую тачку просто разорвало. Братан, быстрее едем. Так, еду, поворачиваю. Офигеть! Как же опасно! Фух! Все, братан, быстрее свалим. Подожди, эта горка что ли за нами? Ты видишь, братан, эта горка за нами гонится. Какое мы и плохое зло сделали? Вот именно. Так. Быстрее. Сваливаем. Офигеть! Так. Фух! Я прям знал, что. Тихо. Сейчас врежусь, сейчас занесло. Вроде нормально. Давай, братан, быстрее, куда едем? Она сзади, смотри! Нет! Воу! Офигеть! Повезло! Прямо, короче, братан, просто свалим прямо. Давай, прямо! Братан, в школу поехали! Давай в школе спрячемся! Тихо! Меня оглушило! Полицейские, спасите! Братан, просто убегаем. Смотри, эта горка приближается. Ой. Быстрее, бежим. Нет. Вау. Майк, беги, быстрее. Майк, беги. Так. Просто сваливаем. Полицейский. Нет, Джонни убили. Джонни, вставай.